Добрый день, дорогие друзья и подписчики. С вами Елена, и я с вами сегодня за кадром. Сегодня у нас 1 декабря, вы можете видеть это на моем экране внизу. И мы с вами сегодня подводим итоги розыгрыша новогоднего подарка. Вот это то самое видео у нас сегодня. Как сегодня? К сегодняшнему дню у нас набралось с вами 5 участников. Я всегда говорила, чем меньше народу, тем больше вероятность, что вы выиграете. Так давайте же приступим. Итак. Кто же будет главным? Поздравляем ТВ Плюс. ТВ Плюс получает основной подарок. Ура! Так, не останавливаемся на достигнутом. Вот он у нас остается. Нам нужно выбрать еще двух дополнительных участников, которые получат поощрительные призы. Нажимаем. Мария Шиндова получает второй подарочек. Смотрим. Так. Вот оно. Все правильно. И третий. Александр Чернышов. Смотрим. Выдал ошибку. Сейчас так посмотрим, мне не влом. К сожалению, у Александра очень много сообщений, которые нужно крутить, а у меня, извините, вчера у него очень много сообщений, а конкретной ссылки он не оставил, поэтому давайте выберем другого. Я же не могу целый день крутить страницу Александра. О, Мария. Ну, Мария уже получает один подарок. Не знаю, удобно ли, чтобы она снова получила еще один. Давайте, наверное, чтобы все-таки разные люди были. Крутанем еще раз. Все-таки Мария. Ну, еще раз. Опять Александр Санин. Так, ну, может, кто-нибудь еще? Вот. Девушка, я так думаю. Хотя, может быть, и молодой человек. Нет, девушка. Даша Иванова. Вот она. Поздравляем победителей. У нас 3 участника. Даша Иванова, Мария Шиндова и Алексей Санин, основной победитель. Ура, товарищи! Конкурс закрыт. С победителями я свяжусь уже ВКонтакте непосредственно. И все подарки обретут своих хозяев, скажем так. До новых встреч в новых розыгрышах. Я думаю, что они будут. Это очень прикольно и весело. Так что подписывайтесь, если вы еще не подписались на мой канал. Ставьте пальчики вверх и обязательно участвуйте в следующих розыгрышах. Пока-пока!